Ю-ху! Thank you.
попросила поснимать в зоне саун. В этих термах в сауны нет требований бегать нагишом. Все находятся здесь в купальных костюмах, в плавках. В сауны заходят со своими полотенцами, но тоже в купальных костюмах. Поэтому рискнула, если люди не будут очень обижаться и возмущаться, то, по сути, никаких проблем нет, чтобы поснимать в зоне саун. Сейчас покажу вам вид сверху немножечко, как выглядит этот термальный комплекс. Затем попробую аккуратно так, чтобы никого ненароком не обидеть, поснимать людей в сауне, в купальниках. По сути, это то же самое, что ходишь, снимаешь по территории самого комплекса термального. Но реакция, конечно, может быть у людей разная, непредсказуемая. Зато я знаю реакцию своего племянника. Он обижаться не будет, что я его снимаю, да? Ку-ку. Релакс, сауны. Мы находимся, ведем прямую трансляцию с сауны. Съемка заборонена, но у нас оператор безстрашный взагалі. Він не боїться ризикувати, що заберуть телефон і не віддадуть. Оператор, ви згодні? Я не согласна, я свій телефон нікому не віддам. Оператор буде ховати в воду, якщо щось, він буде ховати в воду або собі, може, десь під одяг. Побачимо. Кузі доходить. Ну и напоследок, ребята, наши впечатления о термах Унеюв. Очень порадовало водное пространство по количеству и объемам бассейнов. Здорово, что в бассейнах реально можно плавать, а не просто сидеть, как селедки в бочках. А вот сауны огорчили. Их мало и нет сеансов с ароматическими ритуалами, проводимыми парильщиками саун. Мне понравилось, что максимальное количество часов при покупке билета всего лишь 3. А если вам этого недостаточно, одевайтесь, выходите и заново приобретайте дополнительный 1, 2 или 3. На переодевание, правда, вам дается бонус 15 минут. А если вы берете еще и сауны, то за каждый час в саунах вы получаете еще 15 бесплатных минут. С перекусом, как внутри, так и снаружи комплекса, проблем нет. Рядом с термами находится несколько отелей и такая вот детская развлекательная зона. Так что в целом мы считаем, что эти термы вполне достойный вариант, особенно если не всегда располагаешь временем отправиться в шикарные термальные комплексы в Татры. А сюда, например, из того же Вроцлава, мы потратили в половину меньше времени на дорогу, всего 2 часа в одну сторону. Ну а теперь касательно парковки.
Их несколько возле термальника, и они платные. Но вот вдоль этого небольшого участка дороги можно запарковаться бесплатно, если только вам повезет найти местечко. Хорошего всем отдыха в термах Унеюв и крепкого здоровья!